Здравствуйте, в эфире нашего телеканала информационная программа «Городские встречи», в студии Ирина Ковалева. Сейчас в Рязанском здравоохранении происходят серьезные перестановки. Так, в начале декабря уже прошлого года на пост главного врача 11-й больницы был назначен Виктор Филимонов, и сегодня он у нас в студии. Здравствуйте, Виктор Борисович. Здравствуйте, Ирина. Ну, для начала расскажите, пожалуйста, вот каков ваш путь в медицине и чем вы занимались до назначения на пост главного врача? В моей семье были медики. Моя мама – детский врач-педиатр питерской школы. Мой папа – преподаватель технического вуза, ученый. Поэтому, как бы можно сказать, что тяга к медицине у меня от мамы, а интерес к науке у меня от отца. В то же время, наверное, мне посчастливилось 20 лет назад начать свой трудовой путь в отделении лапароскопической хирургии и гинекологии областной клинической больницы под руководством профессора Константина Викторовича Пучкова. Соответственно, годы работы хирургом и две диссертации по теме хирургии и урологии – это результат многолетнего труда хирурга. В то же время, 14 лет назад, мы с Константином Викторовичем организовали урологическое отделение на базе областной клинической больницы, где я приобрел лечебный опыт и какой-то опыт руководства. Работа в отделении позволила мне понять более глубоко работу врача, что называется, изнутри, и в то же время возникло понимание, что необходимо менять на более высоком организационном уровне. Вот всегда интересно, у медиков как это происходит? Вот, то есть вы поняли, что вы хотите быть врачом, да? Вы поступили, скорее всего, вы заканчивали наш мед, Рязанский? Да, Рязанский медицинский институт. А как потом происходит становление, выбор? Вот какая именно область интересует? У вас это урология. Ну, выбор области происходит гораздо раньше. Выбор области происходит, ну, по крайней мере, происходил раньше. У нас четвертый-пятый курс, когда уже мы определялись с видом специальности, то есть либо хирургия, либо терапия, начинали, соответственно, заниматься в кружках, начинали ходить дежурить в больнице. Уже первые операции выполнены в студенчестве. Отсюда уже дальше возникает идея более узкой специализации, соответственно, из хирургии в урологию. Ну, как вы отнеслись к назначению вас главным врачом? Ведь все-таки врачебная практика и руководство больницы, да, это немножко разные вещи. Здесь ведь нужен опыт управления. Как я отнесся к назначению? Ну, к назначению я отнесся как к сложному, серьезному заданию, которое необходимо выполнять. Ну, какие-то это эмоции у вас вызвало? Вы чувствуете, на тот момент чувствовали себя готовым возглавить целую больницу? Ну, готовым, конечно, я себя чувствовал, как бы к этому же человек идет потихонечку. Соответственно, и образование получается, квалификация повышается. На управленческих курсах у меня второе образование по менеджменту. Расскажите о том, ну, что на сегодняшний день из себя представляет 11-я больница, какова ее структура, какие есть отделения, какие, может быть, дополнительные услуги она оказывает населению. На сегодняшний день городская клиническая больница номер 11 – это многопрофильное клиническое учреждение, в составе которого присутствует поликлиника, присутствует стационар. В стационаре, соответственно, есть диагностическая служба. Это рентгеновская диагностика, эндоскопическая диагностика, функциональная диагностика. Также присутствует отделение стационарное, которое оказывает помощь пациентам по практически всем профилям заболеваний. Это отделение неотложной хирургии, отделение нарушений мозгового кровообращения, два хирургических отделения, два урологических отделения, терапевтическое отделение, эндокринологическое отделение, два детских инфекционных отделения. Плюс к этому на базе больницы функционирует центр гемодиализа, так называемая искусственная почка. В то же время структура больницы, она не является какой-то застывшей, она со временем меняется. Так недавно, например, мы в конце года передали женскую консультацию в первый родильный дом, что позволит сконцентрировать помощь женщинам в одном учреждении, а нам, в свою очередь, освободить площадь в поликлинике для развития наших амбулаторных служб. Также планируется в отделении гемодиализа открытие третьей смены и введение технологии перитонеального диализа, что позволит, соответственно, увеличить количество пациентов на искусственной почке. Также совсем недавно мы открыли уже четвертый по счету офис врача общей практики, который позволит приблизить оказание медицинской помощи населению наиболее отдаленных участков, которые относятся к нашей поликлинике.
и людям уже не надо будет ездить за 3 километра в здание основной поликлиники. В больнице оказывается практически весь спектр медицинских услуг по практически всем нозологиям, включая и высокотехнологическую помощь медицинскую. Что касается технической оснащенности больницы, на каком уровне она сейчас находится и какие возможности открывает перед врачами и пациентами? 11-я городская больница, она является старейшим лечебным учреждением в городе. Соответственно, это и порождает, с одной стороны, это дает уже сложившийся устойчивый коллектив, работоспособный, способный решать определенные задачи. Но, с другой стороны, это достаточно на сегодняшний день техническое оснащение, устаревшее во многих вопросах. На 9 операционных залов у нас имеется один эндовидеохирургический комплекс, что, конечно же, недостаточно. Естественно, операционный блок надо оснащать и хирургической аппаратурой, и наркозно-дыхательной аппаратурой, что позволит нам в дальнейшем выполнять уже эндоскопические операции в большем объеме, чем это выполняется сейчас, внедрять большее количество высокотехнологичных операций на органах мочевой системы, на щитовидной железе, на органах брюшной полости. Также необходимо улучшать материально-техническую базу отделения дистанционной литотрепсии. Оборудование там уже морально устаревшее практически полностью. Такое положение, ну, достаточно проблемное, да? А какие выходы из него? Нужно привлечение спонсорской помощи или это область, или федеральный уровень должен на это обратить внимание и выделить какие-то средства? Ну, выходы из этой ситуации, они как бы активно ищутся совместно с руководством. Будут привлекаться как спонсорские деньги, так и деньги бюджетные, и деньги обязательного медицинского страхования. Постепенно мы будем решать проблемы с ремонтом зданий, с реконструкцией здания. Также уже решается вопрос по приобретению необходимого оборудования дополнительного на сегодняшний день, которое позволит нам уже в ближайшее время начать достаточно активно применять высокотехнологичные операции. Поэтому работа, необходимая по каждодневному, для каждодневной работы, для улучшения пребывания пациентов, условий пребывания пациентов в нашей больнице, она проводится, никогда не прекращается и постоянно выполняется. А до назначения вас главным врачом вы не в этой больнице работали? До назначения главным врачом я работал в Рязанской областной клинической больнице. Угу. То есть можно сказать, что в 11-й больнице вы пришли, ну, новым человеком, в принципе, не знакомым с теми проблемами, которые там существуют, и вам все пришлось узнавать вновь. Да, в 11-ю больницу я пришел с совершенно свежим взглядом, что называется, чистого листа. С одной стороны, наверное, это для меня в чем-то более сложно, но, с другой стороны, в чем-то более просто, потому что свежим взглядом зачастую проблемы видны как на ладони, те, которые не видны привычному взгляду. Ну вот мы с вами уже поговорили о технической оснащенности, где-то недостаточной. А какие еще проблемы вы увидели и какие пути решения на сегодняшний день видите? Ну, проблемы, они вот в основном обозначаются, это в техническое оснащение больницы и, конечно, реконструкция, ремонт зданий для улучшения пребывания наших пациентов. Постепенно они все решаются в текущем порядке. Какие-то программы местные, какие-то программы федеральные. В настоящее время у нас также имеются все возможности для более лучшего развития урологической службы в регионе. То есть сейчас Рязанским медицинским государственным университетом создана кафедра урологии и нефрологии на базе нашей больницы. В штате этой кафедры 2 профессора, доктора медицинских наук, 4 кандидата медицинских наук. И, соответственно, мы работаем на базе 2 отделений урологических в настоящее время и уронефрологического центра. Такое сочетание позволит нам все силы и средства как бы направить совершенно четко на организацию помощи пациентам, в том числе высокотехнологичного урологического профиля. И кроме этого мы сможем готовить также кадры. В одном русле, начиная уже со студенческой скамьи, приходит студент, начинает он с кружка студенческого, потом, соответственно, обучается в ординатуре и потом уже стажируется на рабочем месте. А на сегодняшний день в 11-й больнице существует какой-то кадровый голод? Не хватает каких-то специалистов или, в принципе, все в штатном режиме? Ну, работа проходит в штатном режиме. Кадровый голод, конечно, он всегда ощущается по определенным специальностям. То есть это амбулаторные участковые службы,
некоторые отделения клинические, где необходимы врачи. Конечно, существуют проблемы с медицинскими сестрами. А с чем связаны проблемы вот с младшим медицинским персоналом? Почему люди не хотят идти? Ну, проблемы с младшим медицинским персоналом связаны с тяжелой работой. Хотя сейчас как бы предпринимаются все условия для увеличения оплаты труда данным категориям работников. Поэтому, в принципе, будем надеяться, что кадровый дефицит разрешится у нас с вами. Ну, если подвести итог нашей с вами беседы, вы как главный врач уже больше месяца в этой должности. Какие цели и задачи перед собой ставите вот на сегодняшний день? Ну, на сегодняшний день я считаю, что наша больница вполне может и должна стать серьезной площадкой для внедрения и развития высоких медицинских технологий. Мы постоянно продолжаем и будем продолжать работу над улучшением условий пребывания пациентов в нашей клинике. Такая текущая работа, она не прекращается, проводится постоянно. И таким образом, сочетая решение тактических и стратегических задач, мы в конечном итоге преследуем одну цель. Это оказание нашим пациентам полного спектра качественных медицинских услуг, чтобы человек, который обслуживается у нас или в поликлинике, или в стационаре, был доволен полноценным, качественным обследованием и лечением. Ну, в то же время хотелось бы сказать, что, в принципе, как бы интерес прессы к новоназначенным главным врачам, он понятен, но как бы я считаю, что вначале нужно что-то сделать, а потом уже об этом говорить. Ну, тем не менее, мы поняли вашу политику и будем следить за вашими успехами. Надеюсь, не последний раз видим вас в нашей студии. Большое спасибо, что нашли время к нам прийти. Ну, а на этом мы заканчиваем нашу программу. Я напоминаю, что у нас в гостях был Виктор Филимонов, главный врач 11-й больницы. Я прощаюсь с вами, желаю вам всего самого наилучшего. До встречи в следующих выпусках.